Здравствуйте, друзья. Сделали несколько покупок в магазине. Но опять же, все только для себя, отчасти, да, самые бюджетные вещи, которые может себе позволить любой человек здесь. В Болгарии на отдыхе вообще без проблем. Ну, в данном случае мы взяли колбасу. Запах такой, что просто улет. Ну, прям вообще, как будто эти охотничьи, да, как будто охотничьи сосиски. Вышло, я называю цену в левах, 1,54 лева. То есть за килограмм 8,74 лева. Делим на 1,9, получаем евро. Помидорки уже местные, болгарские, но они тут стопудово выращивают их в теплицах. Цена, ну, очень смешная, всего вышло за два помидора почти килограмм. 700 грамм заплатили 1,36 лева. То есть 2 лева, 1 килограмм. Брынза, в общем, был выбор. Брынза была оригинальная, то есть настоящая, а была как бы не оригинальная. Самая такая простая, дешевая. Мало, ну, это не оригинальная. В общем, она где-то 2 лева стоила килограмм. Здесь же, получается, мы взяли оригинальная, цена за килограмм 4,83, грамм 250. Вышло 1 лев, 18 львят маленьких. В общем, Сотенок. запах обалденный. Это вот салат, супер. И вот гвоздь программы, это чисто, насколько я знаю, в общем, насколько нам объяснили, рассказали, что тартор это, получается, чисто болгарское, ну, изобретение. Это получается. Мы еще вам расскажем, что это такое. Ну, покажем еще. Короче, классная штука. Всего выходит. Где же ты? А я не вижу. 1,74. 1,74 лева. Хлеб вообще даром. 600 грамм вышло 0,94 лева. Это подарок. Арбуз. Сегодня как не доберемся. Вчера еще взяли, уже нарастек. Я не знаю, как мы будем есть. Тоже вышло, получается, за килограмм 1,4 лева. А здесь, получается, на 1,23 лева. Спасибо. Килограмм стоит 0,88, я прошу Ой, прощения. 0,88 килограмм, да. Ой, Да. сори, это я. Ну, а это мы еще так отдельный обзорчик покажем, потому что интересная штука. Мы уже пробовали один раз. Нам понравилось, и вам посоветую. А, и еще вот такая вот штучка, плюшка. Здесь получается внутри крем, ванильный крем. Очень горячая вещь. Очень горячая, то есть все свеженькое. Это в пекарнях очень продают. Это вышло нам 1,2, по-моему, мы 1,2, заплатили. да, лево, получается. На двоих здесь порция, на двоих хватит. Спасибо, приятного аппетита.